надо сейчас маленький короткий анекдот. Мам, давай возьмем себе собаку. Нет, не возьмем. У папы на собак аллергия. Ему от них плохо. Так папе от алкоголя плохо. Но ты же спиртное берешь. А на сейчас я хочу сказать вам пока и до скорого. Я желаю вам прекрасного и удачного дня. Любите и будьте любимы. Берегите себя и всех, кто вам дорог. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, звоните в колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео.